Доброе утро всем, ребята. Птичий рынок, город Пятигорск. Погода, можно сказать, уже налаживается. А мы пойдем смотреть вторую часть. Кто находится у нас на рынке. Здесь сразу идут попугайчики, бедные с самого утра сидят. Как им не холодно, не волнистики, не разлучники, вон сбились, бедолаги. Холодно им, коревы, не разлучники. Эти вот как их, амадины, по-моему, если не ошибаюсь, все запомнить не могу. Это канарейки. На этот раз зеленые, дома лимонные. А и почем такие? И такие 4-5. Это телефон. Давайте. 8-988-744-2840. Александр зовут. Угу. Хоть с дома, хоть здесь. Понятно. Хорошие, поют, певчие, все как положено. Это хорошо. Обученные. Это хорошо. Удачи тебе, давай. А, спасибо. Сейчас, секундочку. Так, продолжаем. Бригада сидит. Вот эта картинка хорошая. Так, здесь дальше у нас неразлучники. Вот им похолоднее, они вот так сбились. Это банда. Вот такая, не знаю цену спросить. Не знаю, хозяин в машине сидит. Птички всякие. Не знаю, опять же, попугаи. В общем, утром была большая торговля. Вот, опять же, попугайчики. Много очень. Много. А почем волна? 450. Амадины? По 300. И неразлучники. А неразлучник? 800. 800 рублей. Спасибо. Молодец. Так. Что у нас дальше? Вон, ребята, о! Вот это тушки. Вот это вот тушка индюка. Тушка индюка, там не тушка, а целая туша. Хотя гуся я уже купил. Купи, говорит, гуся, и дальше сами знаете, что. И делай ему мозги. На Новый год будет гусь. Так, здесь за пленочкой, правда. Так, это по благодарненским? И почем такие? 500 рублей. Белые носочубые, двухчубые белые. По 500 рублей. Так. Карелы. Вот такая. Масть хорошая. Такие желтомордые. Так. Все. Побежали дальше. Опять же, попугаи, продукты питания. Вот эти вот перепелки эти. Полнистики. Продукты. Мясо. Свинина. Тебе такая не нравится, значит? Свинина. Так. Вот это, по-моему, по пакистанцам что-то. Мрамор. Это пакистанцы? И почем они? Да, по 200 рублей. По 200 рублей. Мраморную себе взял. А. Понятно, так. Ладно, посмотрим дальше. Желтые. А желтые что? Пара. И что стоит? Три. За две отдают. Ну это они, по-моему, не по армавирам идут. Как я понял немножко, они вот типа каменводские, что-то ну, да, нынешние да. породы местные. Я не особо разбираюсь, я как-то больше по моздокам, но вот я понял, что они как мне объяснили. Они спарованы? Ну вроде да, дядька. А, это не твои. А плечи и почем? Плечи разные. От 3 и до 5. Смотря как.
Дрыгают? Да. Не, ну, я вижу. Голова хорошая. Это голубочка, да? Да. Голубка тоже могу. Богатые перцы. Непонятно. Телефон продиктуй. 8-928-356-29-36. Хорошо. Ладненько. Хочу передать привет дяде Сереже Саенко. Дядя Сережа, привет. Хорошо. Так. Продукты. 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 Дальше шейки. Шейки, шейки у нас. Шейки, черношейки. Хозяина нету. Красный чиль, желтый чиль. Так. Капканы. Вот по желтым. Узбеки. Желтые. И почем такие? Капканы почем? Капканы по рублю. Желтые по тройку. Тройку. Белые. Белый арма... А белые армавиры почем? По троечку. По троечку. Так. Дальше. Так, такла. Такла. Такла шата. Не знаю почем. Не знаю. Индоутка. Белая. Так, что у нас здесь? Вот препараты, всякие лекарства, витамины. Вакцина. Вакцина. Почем баллон меда? А, вон, этот. Петь, продиктуй телефон. 928-364-74-91. Вакцина есть у тебя? Да, есть вакцина. Какая? Вот ты сразу скажи. Нет, ты просто название скажи. Аливак, НБ и БК. Ага. Плюс и... СЕ, двух-трехвалентная. Понятно. Так что, кому надо, звоните. Так. Мед. 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 Так. Хлебоголовые. Бакинчики красненькие. Желтенькие. И почем такие ваши? По 500 рублей. Купил, блядь. По 500 рублей. Ну я мало гонял еще. Сейчас копчик выбивает. Кормить. Головастики. Желтый, черный. В общем, всего понемножку. Вот такие. Курочки. Курочки. Индюки. Индюшки. Куры. Так. Здесь у нас мрамор. Рыжий мрамор, шоколадный. Такие чили светлые, битые, мрамор тоже. Головатые. Почем ваши головатые? 500 рублей. По 500 рублей. Такие вот. Два башонка таких. Черных. Перы широкохвосты. А эти почем перы? Эти тоже. Все по 500, да? Понятно. О, такая коллекция шейки. А шейки? А это хозяин ушел. По 1000? По 1000 рублей. Хозяина нету. Там он и малыши, вон писюнёнок сидит. Сбились все. По 1000. Так, ну телефон не взять. Хозяин где-то гуляет. О, опять же продукты. Кролики. Кролики. Павлины. Павлины чернохвостые. Краснохвостые. А почем ваши павлины? 1000 чернохвостые. Белые, вот краснохвосты 3. Плечистые. А плечистые?
7 пар. 7 тысяч пар. 5 тысяч один. Вот такие цены. Во, такая пара. А эта пара сколько будет? 4 тысячи пара. А телефон не хотите оставить? Может, там кто-нибудь позвонит? 8-909-764-06-20. Андрей. Спасибо. Звоните, кому интересно. Так. Это у нас уже буденовские. А такие буденовские почем? 3 рубля. Голова. Белястые. Пара красных. Пара белястых. Так. Дальше у нас яблоки. Яблоки. Кролики. Кролики. Тоже вот французский баран. Кролики. Хозяин в машине сидит, греется. Цену не знаю. Вот тоже. Два малыша. Все три малыша. Еще и спортивные. И почем такие ваши? 1000 голова. Вот такого голубя найти бы, вот этой голубочки. Вот, и вот сколько смотришь, нигде не встречал таких? Нет. Редкость. И вывезли ее из-за того, что так чисто показать, не продать. Она по немцам идет. Немцы. Да. Ну, немцев очень редко. Вот это. Да, чехов найти можно, а вот немцев. Ну да. Это вот голубочка. Голубая есть. Вот голубочку выдала. Вот. Продать, а чисто показать. Вот. Так. Немцев у нас тяжело найти. В Москве много. Мрамор всякий разный мрамор, вот такой черный, белоносы, желтовеки, цены не знаю. Так, здесь у нас тоже мраморные. Петюня думает, вывезли его на продажу на суп на Новый год. Так, такие. Так. Сизые, малоносые. Беленькая шейка. Северокавказский красный, краснохвостый, белый тоже, чернохвостый, северокавказский. Тут тоже краснохвостый и чернохвостый. Так. Здесь всего понемножку. Такла, головастики. Здесь вот тоже головастые. Так, ну и здесь, в принципе, не буду вот идти. Вот кролики. Кролики, пойдемте в обратную сторону. Тут вот инструменты. Вот здесь головатые. И почем такие ваши головы? 1500 головы. Так. Юра, привет. Привет. Утки. И почем утки? 800. 800 рублей. Телефон диктовай. А, хочешь, продиктуй. Ну, привет. Доброе. Так. Вот такой. Вот это чубатый. Вот это вот как вот тракия, наверное. Такой чуб. Там он. Сизамуры. Так. Перепелки. Перепелки. 3 800.
вот это индюк 11 килограмм. Вот это да. Я не знаю, его в казане варить или где его такой. Он даже в духовку не поместится, чтобы его зажарить. 11 килограмм, как баран. Так. Такая вот тыква. Тыква. Кролики. Кролики, кролики. Это, ты говорил это, а я тут видел в интернете, в Минводе они там продают. Так, всякие курочки разные, курочки такие, как они, китайские, пушистые. Кролики всякие, кролики, кролики тоже вот. Утки, куры резанные, все вот, кролики резанные, все можно приехать, приобрести, затариться, в принципе, к Новому году. Надо было сейчас и ехать. Что я и сделал. Рыбка, рыбка. Вот, балычок. И почем? 500, 450. По 50 рублей. 200 рублей. Пиво. Да. Хорошая. Хорошая вещь. К празднику. Так, а здесь вот голуби. Голуби. Нормально? Да. Смотрим. Да, ну второй мод. А это уже малыши, кролики. Малыши. А рычаг почем? Такое. Рычаг тоже 1000 рублей. Так. Утки. Гуси. Как живем, такие. Уже готовые. Такие статные. Так, снегири здесь. Там, смотрю, карьер бегает. Так, статные. Вот кто-то статных спрашивал. А статные почем ваши такие ленточки? По 500? Человек ищет. А вы откуда? С Пятигорска? С Иноземцева. А есть еще что-нибудь дома на продажу? А телефон не продиктуете? Он хочет... Нет? Просто ищет человек, вот и... Ну, понятно. Ну, вы каждый рынок бываете? Да, конечно. Когда так. Ну, понятно. Ленточных ищет, статных купить хочет. Ну, понятно. Так что есть немного, только, в принципе, на весь рынок только вы со статными. Больше нету. Не видел. Так что... Как-то не так. Улыбайтесь, вас снимают. Да, добро. Краснохвостые такие. И почем такие краснохвост? По рублю. По рублю. Желтенькие. 8. А желтые почем такие? Желтые. А ты как-то искал, да? Я как-то искал, да, голубочек. Человеку, да. Где-то ты в интернете видел, в смысле, ты что-то искал именно желтый голубой. Я купил, ну, да, кажется, да. У него... Что-то пропало. Я 1,5 пары прошу. Понятно. А такие павлины? 15 пар. 15 пар. Хорошо. Спасибо. Так. Кролики. Обувь. Обувь. Грибочки, соленья. Индюшонок. Корма. Корма, зерносмеси разные, сорга, красная сорга, белая, в общем, зерносмеси всякие разные, кукуруза мелкая, семечко, все есть понемножку, петушки, петушки на продажу. Так, кролики, кролики, малыши. Зайцы. Зайцы. И почем такие малыши? По 300 рублей. Что те по 300? Эти тоже по 300? И эти по 300. Мрамор, седые здесь такие. По рыжим мраморам, наверное. Все по 300. Так, ну.
и мясо. Мясо продается. Вот здесь куры живые, куры. И яйца, колбаса домашняя. Какие вы товарищи, да? Так, кролики, куры. Такие красивые. И почем такие петушки? 1200. Свет красивый. Так, ну и здесь всего понемножку. Что-то птица линяет. Птица линяет. Как она линяет, я не пойму. Когда птица в тепле сидит, начинает линять. Вот. А здесь вот хомячки буксуют там. Залезли все. Вон они, морды там торчат. Одни морды торчат. Холодно им. Так. Мясо, мясо, мясо. Голуби. Так. Свинина, сало. Кролики. Кролики. Так. А яйцо почем перепелиное? 35 десяток. Нормально. А перепелки сами? 200 и 150. Понятно. Так, вот здесь тоже голуби. Голуби. Черные, сизые. Отвернулись. Ну, в принципе, и все, ребята. Вот здесь тоже вот такой кролик сидит, самец. Красивый. Свинина, вон, по 350 рублей свинина. 350 вот такие вырезки. Так, здесь утки. Утки. Тоже вот здесь голуби беленькие. Вот. Тоже сбились, как один к одному построились. Холодно им, что ли? Вот по 100 рублей. Вот тоже здесь всякие разные. Гуси. Гуси хозяев нету. Спросить не кого. Вот здесь тоже мрамор серый, двухцветный. Вот здесь тоже чили, чили. Вот краснорябые тоже чили. И пятюня сидит. Вот и все, ребята. На этом буду заканчивать эту часть. В общем, уложился. Так что всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всех с наступающим. Здоровья, всего хорошего. Ну и главное, здоровье. Сейчас и в новом году тем более. Всем пока.